Крым – это территория России. Надо было посмотреть на лица людей, как они радовались, когда это произошло вот чудом, по воле Господа. Я потом выяснила, что присоединение Крыма к России произошло в день нашей державной иконы Богородицы. Потрясающе, конечно. Случилось чудо, случилось счастье. И я думаю, что туда и вложены будут деньги, и будет создана некая инфраструктура. И, конечно, понятно, что те, кто вложит эти деньги, они захотят их как-нибудь потихонечку возвращать. Но мне также думается, что там будет сохранен тот самый дикий отдых, который нам нравился всегда в Крыму. Будут такие места, куда люди смогут приехать, поставить палатки и больше ни о чем не заботиться.